юридические аспекты международного яхтного судоходства. Мы с вами ходим по международным водам на наших яхтах. Другие участники также ходят. И всем хотелось бы расходиться по одним правилам. И в 1948 году под эгидой Организации Объединенных Наций был создан комитет International Maritime Organization, который стал издавать разные конвенции, принимать по международному судоходству. Одна из таких конвенций, мы ее уже с вами изучили, это МППСС, International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Она была принята в 1972 году и ратифицирована в этом же году большинством стран мира. Российская Федерация также ее ратифицировала. Поэтому, в принципе, когда находимся мы в международных водах, мы с вами используем одни и те же правила, понимаем их, трактуем одинаково. Поэтому, в принципе, должны расходиться. Если те, кто их учит, должны мы все расходиться по правилам и не создавать проблем друг другу. Другие конвенции, которые нам нужны для ознакомления, чтобы мы понимали, как действовать в международных водах, это SOLAS, Safety of Life at Sea. Как следует из названия, устанавливает приоритет спасения человеческих, сохранения человеческой жизни на воде. Эта конвенция регламентирует оснащение судов спасательными средствами, спасательным оборудованием и средствами пожаротушения. Эта же конвенция регламентирует правила проведения тренировок в случае бедствия на судне, то есть как собираться пассажирам, как им покидать судно, каким образом пересаживаться на спасательные средства, также использование пожарного оборудования во время тушения пожара. Это в первую очередь, конечно, относится к команде судоходной, ну, судна, как, в каких случаях, какие двери открывать, закрывать, перекрывать, где проходят соответствующие магистрали пожаротушения, если это автоматические системы пожаротушения и так далее. В частности, вы, наверное, все слышали, еще совсем недавно, ну как недавно, лет 7-8 назад у нас у берегов Италии затонул круизный лайнер Коста Конкордия. Он там, кстати, до сих пор на боку лежит, проплывал, я там смотрел на него. Так вот, после того, как это судно затонуло, было принято решение увеличить количество спасательных средств на судне в два раза, спасательных шлюпок. Потому что получилось так, что он лег на бок, и, собственно, часть спасательных средств оказалась под водой. И, в общем-то, было принято решение, точнее, заключение было сделано по поводу гибели части пассажиров из-за того, что часть спасательных средств оказалась под водой. После этого, конечно, серьезно они увеличили, то есть в два раза, представляете, то есть пассажирские суда, где там чего размещать стало, все равно заставили и вынуждены были поставить дополнительные спасательные шлюпки. Следующая конвенция, которую нам необходимо знать, это GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System. Глобальная система морская система связи при бедствии. Морская система связи при бедствии была принята в 1999 году и определяет минимальный состав необходимой аппаратуры связи и регламент ее использования. С некоторыми положениями этого стандарта мы с вами ознакомимся в нашем курсе VHF радиооператора. Следующая конвенция у нас с вами STCW, Standard Training, Certifications and Watchkeeping.
Конвенция по подготовке и сертификации моряков, а также несения вахтенной службы, принята в 1995 году. Именно по этой конвенции и проводится обучение по системе IYT, International Yacht Training Worldwide, по которой мы сейчас с вами учимся. Собственно, основные конвенции, которые мы с вами должны знать или хотя бы просто ознакомиться, я вам озвучил. Теперь давайте поговорим по некоторым вопросам, которые вас могут интересовать, с которыми вы можете столкнуться. Идете вы на вашем судне за штурвалом, и вдруг видите, какое-то судно тонет. Коль, что делать станешь, как шкипер? Если ты увидел тонущее судно, и там люди кричат «Help! Help!» Ну, давайте разберем поподробнее. ИМО, СОЛОС, да, конвенция СОЛОС, регламентирует действия по спасению судов других исключительно для профессионалов. То есть имеется в виду коммерческим судам и профессиональным службам. Мы с вами считаемся любителями и можем действовать на свое усмотрение. Да, нам наша совесть не позволит, скорее всего, пройти мимо тонущих людей, но иногда создается такая ситуация, как вы еще не хорошо владеете лодкой, у вас команда там минимальная, может, вы один за штурвалом, может быть, там вы с женой там, или которые с трудом управляется с этой лодкой. По большому счету, при подходе к тонущему судну или к людям, вы можете только ухудшить ситуацию, кого-то раздавить, ударив, или, скажем так, погубить свое судно. Как вот был случай, когда, ну, я вам рассказывал про катамараны. Непрофессиональная команда пошла помогать, и вместо того, чтобы помочь, она, в общем-то, усугубила ситуацию, и количество терпящих бедствий удвоилось. Поэтому сплошь и рядом я в интернете читаю разные отзывы, в том числе инструкторов, шкиперов с разными званиями там и так далее. Как же так вы прошли мимо там людей, которые тонут, да? В частности, совсем недавно, неделю назад, на какой-то регате, то ли на Ладожском озере, то ли где-то недалеко от берега, там перевернулась группа. На яхточке небольшой перевернулись парни там какие-то, а рядом проходил девичий экипаж. Они там типа помахали ручкой и пошли дальше. А вот следующий экипаж уже стал это. И вот все накинулись на этих девушек. И там раздвоилось мнение, что девушки могли сделать на маленьком там 5-7-метровом судне на волне, когда они с трудом управляются. И чтобы эти парни там, они как там, еще перевернули вторую лодку. Вот. Поэтому именно на усмотрение шкипера, нас с вами, участие в спасении. Да, мы обязаны действительно, может быть, участвовать в спасательной операции косвенно, а именно подать сигнал бедствия. Да? Может быть, бросить там круг, еще что-то. Но если вы не уверены, что вы действительно справитесь с ситуацией, вдруг волнение очень сильное, ветер, то вы только можете усугубить ситуацию и будете это. Поэтому здесь очень гибкий такой момент. И еще раз повторю, конвенция у нас предписывает обязательное участие в спасательной операции людей только профессиональным морякам, профессиональным судам. Их этому обучают, они это знают, и у них вплоть до уголовной ответственности. Вы любители. Это могу привести также еще дополнительный пример. Кто-то пострадал в автомобильной аварии. Можете ли вы оказать помощь? Отчасти. Почему? Потому что вы своими непрофессиональными действиями, оказывая помощь, можете оказать в большей части вред человеку. Начать его трясти, а у него перелом позвоночника. Начать ему делать искусственное дыхание, а у него там совершенно другие... Да, это, и только можете, наоборот... У него грязь вот такая. Да, и так далее.
В данном случае наше участие, оно должно быть, если вы умеете что-то, тогда да. Если не умеете, можем нанести только вред. Поэтому вот там на земле мы дожидаемся скорой помощи, вызываем ее, обездвиживаем, ограживаем участок, там, участвуем косвенно в этой вот ситуации, точно так же, как на море. Еще момент. Мы с вами идем за нашим штурвалом, да, за нашей лодкой, и видим, как яхта тонет. Ну, та же самая ситуация. Вода спокойная, мы подошли, подобрали людей, спасли, как нам велит совесть. А что с яхтой-то будем делать, которая тонет? Бросим ее. Значит, с незапамятных времен флибустьеров и до сих пор осталось. Покинутое судно считается ничем, ничейным. Вы можете его захватить, взять, пересадиться на него, пересадить часть команды и сказать, это мое судно. Теперь. Вот точно так же, как любое имущество, плавающее в море, оно считается ничейным, брошенным. Швабра у нас была достойная. Да. И это имущество уже считается нашим. Кроме того, ну, в первую очередь, это, конечно, коммерческие суда, но, может быть, и к нашим относительно отнесено. То есть, если какое-то судно терпит бедствие, тонет, да, мы спасли команду замечательным образом. И капитан говорит того судна, а помогите мне спасти наше судно, мое судно. Ну, каким-то образом, ты говоришь, да лучше не ваше. Нет проблем. Спасательная операция вашего судна будет стоить 50 тысяч евро. Он, о, это дорого, ты же. Up to you. Собственно. Ну, помашите ручки вашему судну и поехали к берегу пить пиво, то, что мы вас спасли. Он так почесал, я. Ладно, 50 тысяч евро. Вот, и вы дальше начинаете уже заниматься спасательной операцией. А вдруг у вас есть мощные помпы? А вдруг у вас есть какие-нибудь ригеля там и так далее, которые можно там пробоину закрыть? Вы закрыли пробоину, откачали воду, взяли его на буксир, дотащили до места, спасли. 50 тысяч евро на бочку. Считается даже устная договоренность при наличии свидетелем достаточным аргументом в суде, чтобы взыскивать даже на денежные средства, если отказывается капитан. Ну, а если вы успели составить контракт, хотя бы из трех строчек, между таким-то и таким-то составлено такое-то соглашение, спасение судна будет стоить там 50 тысяч евро. Три предложения, две подписи, положили себе в сейф, все, у вас уже готовый документ по взысканию денежных средств. Сохранность окружающей среды. В море мы с вами ни в коем случае не кидаем швабры, однозначно. Пластик. Не сливаем нефтепродукты. Все, что может загрязнить и надолго будет портить окружающую среду, в море загрязнять его, мы ни в коем случае не кидаем. Привозим к берегу, утилизируем стандартным образом. Что можно кидать? Органику всю. Все остатки пищи мы можем далеко в море кидать. Конечно же, вблизи берегов не стоит кидать арбузные корки, там, апельсины, которые плавают. Там. Те вещи, которые реально могут загрязнить, потому что здесь ходят сотни яхт, если каждый выбросит что-то подобное, то мы будем в этом всем плавать, это неприятно будет. Это. Но по большому счету всю эту органику она растворится, рыбки ее съедят, она явно не загрязнит окружающую среду. Что касается стекла и консервных банок. Если мы вдоль берегов ходим, обязательно везем, сдаем. Если мы идем через океан, можно выбрасывать. Это тоже через 100-200 лет растворится и исчезнет. В том числе стекло. Там оно подольше, там 300 лет, но оно через 300 лет станет песком. Железо, безусловно, растворится. И никакой проблемы окружающей среде не нанесет. Ответственность, наша с вами ответственность. У нас с вами может быть много видов ответственности, в частности, квалификационная, материальная, уголовная. Квалификационная. Вы сейчас получаете свои лицензии, да, закончив курс обучения. И при получении яхты в чартер вы вдруг наносите какой-то ущерб другим лодкам, нарушая
правила, установленные правила. Например, вы в состоянии алкогольного опьянения вошли в порт и нанесли ущерб портовым сооружениям или судну какому-то. Будут составлены там акты, вызвана полиция там и так далее, все это будут разбирать. То есть одно дело, если вы трезвый зашли где-то чего-то, а тут у вас явно нарушение, которое не должно было быть. То есть вы пьяный, установлены там соответствующей проверкой. И однозначно в IVIT будет направлено уведомление о том, что неплохо такого-то человека лишить лицензии. У них на сайте есть целый список таких лиц. Они вас быстренько внесут в этот список дистанционно. Ну и будете читаться, что у вас лицензию как таковую у вас сложно отнять. Корочку, которая у вас в кармане, в Российскую Федерацию, кто там за ней поедет. Но на сайте вы будете значиться как лишенным. И чартерные компании сейчас в последнее время все больше и больше лезут в эти списки, проверять, есть ли у них потенциальные арендаторы их яхты в этом списке. Материально наносите ущерб яхте, другим яхтам, платите. Что касается с депозитом, я вам рассказывал уже, да, нет? Есть у нас два вида депозита в чартерных компаниях. Первый возвратный, второй невозвратный. Возвратный депозит — это в среднем на сумму от 1,5 до 3 тысяч евро в зависимости от длины яхты, ее качества, производителей и политики чартерной компании. Это возвратный депозит. Что значит? Вы оставляете эту сумму в районе там 2 тысяч евро в залог и едете кататься на своей яхте чартерной. После возвращения в чартер у вас принимают все оборудование яхты. Если вы нанесли какие-то ущербы, у вас из этих 2000 евро вычтут сумму ущерба. Ну, может быть, даже с договоренностью с вами. Там, условно говоря, там порвали парус. Парус там. Они вам говорят, ремонт паруса стоит 500 евро. Вы говорите, ну как это? Ни о чем, там 300 евро поторговались, сошлись на 400. Или вы говорите, а я его сейчас могу сам зашить, никаких проблем не будет. Ну и так далее. То есть как договоритесь. И вас вычитают эти денежные средства из вашего возвратного депозита. Максимум получается вашей ответственности вот в этих 2000 евро. Если вы нанесете ущерб большим, там подключаются страховые компании, и больше 2000 евро вы уже не заплатите, если не будет установлено, что вы специально нанесли ущерб или, скажем так, были в том же самом состоянии алкогольного опьянения или, допустим, вели яхту в ночное время, когда вам запрещено ее вести, да, управлять ею. Да. Невозвратный депозит, он меньше. Это чартерные компании разные устанавливают эти депозиты от 300 там, до 500 евро в среднем, в зависимости от лодки. Эту сумму вы отдаете и также, получается, не отвечаете за 2-3 тысячи евро. То есть, если вы нанесете ущерб за до 2000 там, евро, то этот невозвратный депозит там, в 500 евро уже автоматически покроет даже сумму, несмотря на то, что вы нанесли ущерб большую сумму, на большую сумму. Но при возвращении вам эта сумма не возвращается ни в каком случае, как страховка. А в первом случае вы при возвращении, если не нанесли ущерб ни на сколько, то вся сумма там 2000 евро, да, возвратного депозита, она полностью вам возвращается. Либо то, либо то. Да. Люди еще дополнительно сами, если у чартерной компании нет невозвратного депозита, они могут в своих страховых компаниях дополнительно застраховать ущерб на там те же самые 2000 евро, чтобы вообще ничего не платить. Ущерб третьим лицам? Да. В Москве там любую страховую компанию зашли, да, и сделали дополнительную страховку. Уголовная ответственность. Если во время вашего круиза, путешествия, в то время как вы стояли у штурвала, ну то есть были шкипером данной лодки, произошли какие-то более серьезные последствия, например, смерть члена экипажа, увечья и так далее, по вашей вине, то, конечно, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Ну, условно говоря, пренебрегли прогнозом погоды, оставили полностью
там расправленные паруса, когда нужно было зарифиться. Не дали команду одеть спасательные жилеты в той или иной ситуации и так далее и тому подобное. То есть все, что вот вы сделали непрофессионально, неправильно, да, пренебрегая какими-то условиями, которые диктовали в данном случае необходимость использования средств спасения, там, безопасности, то, значит, вы можете быть привлечены к этой ответственности. Юрисдикция на нашем суде с вами. Юрисдикции у нас сейчас здесь с вами две. Это российская, у нас яхта под российским флагом, и плюс турецкие воды территориальные, мы в Турции. Иногда, когда у меня тут международные экипажи, да, то есть, то уже еще каждый член экипажа у нас дополнительная юрисдикция, а если мы еще идем в Грецию, то тут вообще полный фарш. Из Турции в Грецию, там швейцарцы, русские, яхта русская, то есть юрисдикций очень много получается. И в случае каких-то проблем надо будет вызывать консулов всех стран на место этих неприятных вещей, которые могут произойти. Право мирного прохода. Есть такое право, когда яхта и ее члены и экипаж могут проходить в международных водах и даже в территориальных водах, не получая разрешения на вход в эти воды. Не везде это так возможно. Некоторые страны даже в этих случаях запрещают проход, но в большинстве стран мира этот принцип действует. Каким образом? Мы с вами можем, допустим, из Турции идти на Карибы через всю Средиземку, заходя в территориальные воды государств, которые мы будем проходить, там Греция, Италия, Франция там и так далее, не получая разрешения, даже не имея виз. Но в этом случае мы с вами не должны заходить в порты или вставать на якорь, цепляясь за грунт территориальных вод данного государства. Так называемое право мирного прохода. Нам не надо ничего получать. Мы хотим туда идти. Если нас остановят, мы объясним ситуацию. Собственно, у нас все есть, нам ничего не надо. В каком случае мы можем зайти в порт данных государств, не имея виз и разрешений? Если у нас создались некие условия, которые требуют нам этого захода. А именно, болезнь члена экипажа, неисправность двигателя, неисправность рулевого управления, отсутствие воды, провизии и последнее – погодные условия. Во всех этих случаях мы можем также зайти в порт, куда, как я уже говорил, у нас нет разрешения на вход, нет виз, но мы должны при входе обязательно предупредить по рации представителей этих стран о том, что у нас создалась такая ситуация. Нам будут высланы соответствующие службы и по приходу либо окажут помощь, либо проверят, а может и то, и другое. Проверят, а действительно ли мы указали причину верную. Если будет установлено, что мы обманули, могут и арестовать лодку, и депортировать, и еще штраф. Это происходит с сивийцами, да? Которые плывут в Италию? Да. Да, они типа все больные, им нужно в Италию срочно присоединить. Вот. Надо будет доказывать. То есть, если у вас человек заболел, то у него действительно должны быть там колики, температура там, и так далее. Да, и вам нужно. Вы не планировали сюда заходить. Да, сломала руку, да, и все. Вот. Отсутствие провизии. Насколько сильно должно быть отсутствие? Вот если у меня, допустим, есть пару капель воды, это считается отсутствие провизии или. Пару капель чего? Воды питьевой. Ну, литр, два. Ну это считается. Вопрос только в том, что будут заданы вопросы. Вы планировали переход из Турции на Карибы. Почему вы взяли 10 литров воды, а не тонну? Вас логично посчитают и скажут, вы не были подготовлены к этой. Вы специально создали такие условия, чтобы к нам зайти. То есть там не дураки работают, таких умных, которые начинают вот так вот выпендриваться, придумывать разные надуманные ситуации, полным-полно. Поэтому все будет проверено.
они не терпят лжи в данном случае, не терпят, они не считают себя идиотами, поэтому максимально проверят, максимально накажут. Вот это действительно должна быть ситуация, которая вот, допустим, вы покажете пробоину, пробоину в танке, из которого вылилась вода вся. Вот она, вода плещется, у меня все поёлы в воде питьевой, пощупайте. Теперь попробуйте. А вот танк дырка. Или там прохудившийся кран. Действительно, я планировал, у меня все было, но так получилось. Теперь я вот в безвыходной ситуации. Проверят, ну и в данном случае я больше чем уверен, не накажут. Предоставят заправиться водой и проконтролируют, как ты уйдешь из порта. Поломка только двигателя, рулевого управления. Не, ну поломка, да. Таких корпус пробоина. Пробоина корпуса, безусловно. Если у тебя есть течь, на бревно такое налетело, или даже на такую швабру каким-то тонким местом налетело на скорости, конечно, вряд ли пробьет, но вдруг какое-нибудь бревнышко плавает, то запросто можно получить пробоину. Допустим, обрастание дна этими ракушками, что просто хоть суток больше не движется, и нужно его срочно чистить. Считается? Нет, это не считается. Это твое разглядяйство. Ты специально создал такие условия, ты специально не почистил перед походом, чтобы к нам зайти. Тебе это швабру дали, что не почистил. Итак, кроме того, мы с вами должны иметь ряд документов на нашем судне. И в том числе проверять чартерную компанию. А вдруг что-то не дадут. Тогда могут быть проблемы в тех или иных ситуациях. Значит, registry, так называемый судовой билет, свидетельство о регистрации, как у нас транспортного средства, СТС. То есть в данном случае на судно называется registry. Не во всех странах мира оно есть. В некоторых странах, особенно Скандинавии, у них там банальный bill of sale считается registry, то есть договор о купле-продаже. Дальше, если эта чартерная компания у кого-то арендует яхту, то еще доверенность от владельца или чартерный контракт, power of attorney. Power of attorney. Доверенность от владельца. Ну, также это же, как я уже сказал, чартерный контракт, то есть у вас чья-то лодка, да, либо она принадлежит чартерной компании, либо какому-то лицу, которое сдало в аренду чартерной компании, это Power of Attorney. А дальше у нас должен быть договор с чартерной компанией на аренду этого судна, чартерный контракт. Дальше, страховой полис. Сертификат компетентности шкипера. Валидно в этой стране? Да, безусловно. Радиолицензия. Судовая роль, крюлист. Не всегда она требуется. Разрешение на пребывание в территориальных водах, транзит лог. Паспорта членов команды. С наличием необходимых виз, если на то требуется, если вы планируете идти в страну, где это требуется. В частности, у меня команды, часть команд появляется, когда мы идем в Грецию, обязательно наличие шенгенской визы. То есть в Турцию прилетели. Да, конечно. Ну, если вот у вас есть греческая виза, мы идем на корабле, мы не значит, мы не можем туда зайти. Да. Или мы не можем сойти на берег. Вы не можете сойти на берег, но и могут быть проблемы с тем, что мы туда пришли без виз. Опять же, я говорю, у нас право мирного прохода, мы должны обосновать твой заход. Либо ты должен заранее обеспокоиться о своей визе, вот. Либо нечего туда идти, сидеть в Турции. Или остаться в этом водах, где
критерий, да? Ну да. Ей нечего заходить. То есть должно быть условие. Два. Либо есть виза, заходим и спокойно, как все проходим визовый паспортный контроль, да. Либо основание заболел, да, ну случайно зашли, необходимость заставила. Либо сиди в Турции, либо в Москве. И надо заранее думать, что ты обязан получить, они же есть требования. Едешь к нам в страну, в еврозону, получаешь шенген. Судовой журнал, очень тоже интересная штука. Он не обязателен. Это приблизительно тот же самый, тот самый навигационный план, который мы с вами ведем. Там могут только быть записаны дополнительными условиями, типа погода, погодные условия, откуда и куда мы собираемся. И так вот на каждый день в виде тетрадки. Судовой журнал у нас ведется на один день, там на второй, на третий, на четвертый день. И тогда он будет являться легитимным и доказательным. То есть в случае каких-то проблем мы можем этот журнал предъявить в суде о том, что вот он велся. То есть это не будет расценено как вот сиюминутное заполнение для данной ситуации. Если же вы представите только одну страничку, да, то это будет, безусловно, не будет приниматься в качестве доказательства. А так это будет полноценный судовой журнал, который ведется капитаном, шкипером ежедневно. То есть и в этот же день, который случилось, он тоже велся там. И условия, которые там были расписаны, они соответствуют действительности. То есть там какие причины привели там к, допустим, посадке на мель. Там в журнале будет написано, в такой-то день там вышел, у меня там загнул двигатель, команда там была укачана, не смогли поставить парус своевременно и снесло на мель. На мель, то есть я предпринял все меры, а перед этим у тебя была ситуация, что ты пишешь там заглох двигатель. Запустил, опять запустился в предыдущие дни. Запустил двигатель, долго не запускался, опять запустили. Сообщил чартерную компанию. А они сказали, все нормально. Это. Вот два дня подряд у тебя шло, а на третий день случилось так, что ты уже все. Какие могут быть тебе претензии, когда у тебя журнал велся и сообщил ты в чартерную компанию, и это все зафиксировано. Члены команды подтверждают, и ты вообще белый и пушистый, а то, что чартерная компания разгильдяй и за их проблему была разбита яхта, то ты тут явно ни при чем, да? Ты же не обязан ремонтировать яхту и заниматься там свой отдых ремонтом яхты. Это их задача, предоставить тебе исправное транспортное средство. Вот. Немного об этикете. Мы уже с вами столкнулись, самостоятельно идем, видим, как люди радостно нас встречают, а мы их машем рукой, приветствуем. Мы с вами на отдыхе, они также на отдыхе. Все люди, которые на яхтах, это люди праздника, это люди, которые получают удовольствие от жизни. И мы также получаем радость, когда машем друг другу, получаем в ответ, нам же приятно. Это некий этикет морской. Если судно подходит к берегу и вдруг не появился бейс-менеджер, а волна, видно там малочисленный экипаж, даже если не малочисленный экипаж, можно выйти на причал и помочь им зашвартоваться, там принять швартов, его зафиксировать, там кинуть опять конец, там может быть подать мулинг там, и так далее, поучаствовать в этом. Это такая морская традиция, помогать друг другу. Да и в разных ситуациях, если вы чуть больше знаете, у вас есть некие средства дополнительные, можно где-то с кем-то поделиться, рассказать, подсказать. Это только плюс нам. Но спасать судно только за деньги. Как? Да. Спасаем, но все остальное за бабки. Режим тишины в марине. Ну, опять же, стандартно часов в 10 надо уже снижать уровень шума, разговоров, там, тона, музыки, потому что могут быть пожилые пары, которые готовятся рано уйти. Да и мы в другой раз можем, у нас могут быть планы раннего выхода. Вот тут рядышком будет сидеть компания, которая шумит, гремит. Конечно, это не очень приятно. В этом плане, конечно, выделяемся мы, русские и украинцы. Достаточно часто сидят шумные компании, вырвавшиеся на волю, на яхтинга, шумят, и все остальные уже так криво смотрят. Потому что ограничений у нас, когда полилась водка и виски, очень мало. Вот. Ну и реагируют на всякие замечания достаточно неадекватно. Немцы были рядом, англичане, которые шумели в другой раз тоже. Сделаешь им замечание, они сразу хлоп,
и все, уже там потихонечку все попивают, уже не шумят музыку, и все спокойно реагируют. Наши же начинают там отдыхать тут. Я говорю, что можно говорю, что Россия развивалась с Константина, да, 11-10, а вся Европа под Рим. И там были в Риме очень жесткие правила жизни. Поэтому люди, которые дошли до нашего времени через тысячу лет, да, они все очень сильно вымышлены. Поэтому не говоришь, что немец, потому что не прав. Он не прав, он знает, что не прав. А говоришь русским, который развивался под Византией, то есть без власти, потому что мы сами всегда. Ну, конечно, как-то я не прав. Эти сирийцы, я из-за этого. Но с разных ужасов. Да. Флаги на судне. Вот тут на картинке нарисованы типичные флаги. У нас есть правая краспица, левая краспица. Под правой краспицей мы вывешиваем гостевой флаг. У нас, вы видели, висит турецкий. Под правой краспицей. Флаг страны пребывания. При заходе в территориальные воды нам желательно его сменить на флаг страны пребывания, чтобы не было вопросов. Иду по Европе и меняю постоянно, да? А? По Европе иду и меняю. Сначала поставлю. Да, Столовский, да. Финский, совершенно верно. Меньше сразу же будет вопросов, если ты в территориальных водах. То есть они даже могут не подумать, что ты идешь в их водах без соответствующих разрешений. То есть когда кто-то что-то нарушает, там не вывешивают соответствующие знаки там, и так далее, тогда это привлекает сразу же внимание всех. Вот. Под левой краспицей мы вывешиваем с вами любые флаги, кроме запрещенных. То есть, допустим, членов команды, Русейлинг, да любой флаг, там, который нам нравится. Портрет своей любимой там, и так далее. Запрещенными флагами у нас с вами является флаг пиратский, веселого Роджера, ну и там, допустим, каких-то военно-морских сил. Вот андреевский флаг тоже считается запрещенным, потому что это военно-морской флаг. Были случаи, когда наши вывешивали такой флажок где-нибудь во Франции, подъезжала береговая охрана, и чтобы проучить, клала всех лицом вниз, шмонали потом, да, проверяли, там, доставляли в полицию, разбирались. Ну так, попрессинговать, конечно, потом отпускали, вот, но неприятности себе наживали просто ради того, из-за того, что просто по незнанию вывешивали там флаг в ненужном месте. А у других стран есть такие флаги, чисто военные? Есть, конечно. В списке-то их нет? В смысле в списке? Ну вот он, в списке дежурный флаг, всего лишь два флага. Это наши. Ну кто тут будет вывешивать там из 180 стран, там, у которых военно-морские флаги? Просто здесь в качестве примера. Книжка же на русском языке. Ахтерштаг. На Ахтерштаге вывешиваем флаг регистрации судна. Флаг порта приписки судна. А если бакштаги нет в Ахтерштагах? Ну, флагшток, вот как сейчас вот подняли палочку, сзади привязали ее, флагшток на корме повесил, на нее, часто, кстати, на флагштоках пишут. Я бы тоже, наверное, он, может, почище эту палочку как-нибудь приноравливать, повешу здесь. Но он мешает у меня здесь ходить, там, там повыше не мешается. Кроме того, мы с вами должны знать ряд флагов, которые мы можем с вами использовать. Первый из них. Флаг Альфа. У меня на борту дайвер. Видим этот флаг в море, объезжаем это место стороной. Там могут плавать чайники, и не только чайники, которые всплывет под тобой, ты его ударишь своим днищем, потом будет куча разборок. Альфа. Он на левую краспицу. Он в любом месте вешается. В данном случае под левую краспицу, если у нас, если мы занимаемся. Но чаще всего это тузики, да, рибы, у которых висит этот флажок. И мы, если видим этот флажок, то, значит, объезжаем место погружения аквалангистов, дайверов и так далее. Альфа. Белый кусок впереди и синенький такой бантик сзади. Чарли, да, но Вэмбо нет.
сочетание этих двух флагов, когда Новемба сверху, Новемба Чарли, это сигнал бедствия. Новемба сверху. Новемба Чарли. У меня на борту лоцман бело-красный. Мое судно не заряжено, прошу предоставить свободную практику выдых. Если мы идем в порт, чтобы пройти какие-то таможенные процедуры, ну, вывешиваем этот флаг под правой красницей. Оскар, человек за бортом, три длинных гудка, да, бело-красный квадрат. Все. Остальные как факультативные. Нам особо помнить, изучать не надо. Мы с вами не профессиональные маньяки. Но при желании можете, если у вас хорошая память, посмотреть, что это запомнить. Наши основные Альфа, Чарли, Новемба, Хоутел, Квебек и Оскар. Кстати, здесь в Турции я довольно часто вижу веселого Роджера, висящего на судах. Причем в таких громадных размерах идет это вот судно. Ну, здесь как-то турки смотрят на это как на развлечение. Если вы такой флаг вывесите в районе где-нибудь Сомали, то получите заряд какого-нибудь американского крейсера в бочину. Даже разговаривать не будет.